это горностай, и он только с виду такой миленький. На самом деле это один из самых опасных хищников. Настолько опасных, что нора горностая может быть услана шубками добычи. Увидеть зверя в дикой природе практически невозможно. Настолько он быстр и ловок, что человеческий глаз не всегда способен уловить его движение. За такую быстроту и резкость движения горностая называют танцем смерти. Горностаи прожорливы, им необходимо принимать пищу каждые пару часов. В Новой Зеландии с помощью зверька пытались регулировать популяцию кроликов, однако горностаям пришлись по зубам местные птицы, и горностаи их чуть не истребили.